Поставь лайк, или я приду на следующий учебный год и буду тебе преподавать математику. Поставь лайк прямо сейчас и подпишись на канал. Реши эту задачу. Сколько будет 8 минус 3? Пиши в комментарии. Давай, делай. Я жду. Привет, игроман! Гребаный учитель! Такс, тебе задали, сколько будет 8 минус 3? 2 будет! Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Игрокодор. Сегодня я хочу провести АГШ на сервере Greens MCPE. Вот, ребят, смотрите, мы зашли, и тут такое вот лобби. То есть, смотрите, Бэдварс, Мёрдер Мистери, ничего себе, Скайварс, кит ПВП. Ребята, короче, заходим, да, и играем. Смотрите, вот список наших серверов. Вот такой вот список, отлично. А мы сегодня будем играть на Гринс. Ребята, сегодня я буду наказывать Гриффера со скином Балди. Учитель Балди, ребята. Это страшный учитель, которому вообще нельзя приближаться. Но вот, какой-то пацанчик тут есть, да? Его зовут Игроман Гриф. Так, дом игромана, люблю играть в Майнкрафт. Так, ура, каникулы. Учителя, отстой. Что? Ты кто, олух? В смысле, я олух? Эй, меня зовут Петя, а тебя как? А что тебе надо? Что мне надо? Ну, ребят, смотрите, это реальный игроман. У него красные глаза, офигеть. Вещи есть? Да, есть, конечно, вещи. Холосо. Ну, давай, зайдем к тебе домой, наверное, посмотрим, что за домик. Так. Ну, в принципе, смотрите, такой красивый более-менее, да? Угу. Приучу. Давай, окей, заходим. Ноги чистей. Ноги чистить? Ну, окей, ладно, будем ноги чистить. Ладно, я понял. О, блин, что за фигня? Ага, молодец. Игроман, каникулы, классно, да? Теперь ты сможешь играть в Майнкрафт. Пойдем покажу, где ты будешь спать будешь. Где я буду спать? О, ну окей, давайте. Да в смысле подвал, эй, ты чё, блин? Ты меня под... А, что? Ты что, блин, вообще что ли издеваешься надо мной, Грифик? Вот здесь я. Тут даже кроватки нету. Что тебе не нравится? Что мне не нравится? Да это помещение не нравится. Эй, выпусти меня, слышишь? Я пошел отсюда, так, уходим от него. Нифига себе, ребята, он какой-то подвал держит, чтобы людей там держать или что? На полу будешь спать. Залезь и там спи. Ну ладно, давайте мы залезем, хорошо. Он там так просит, окей. Так, давайте посмотрим, есть ли что-нибудь тут у нас в сундуках или нет. В сундучках ничего нет, окей. Ага, молодец. Гони вещи. Вещи гнать? Ты чё, блин? Нифига себе. Ладно, давайте мы дадим ему яблоко немножко, вот. Держи яблоко, вот, держи. 16 яблок дадим ему. Хорошо, все, я ему скинул. Ну что, тебе понравилось? Все вещи. Не буду я тебе все вещи давать. Ты, блин, игроман Гриф. Вообще офигел, слушайте, ребята, эти гриферы наглые стали. Цэ, не понял? Нет, не понял. Что ты мне сделаешь, а? Игроман Гриф, что ты мне сделаешь? Ладно, хорошо. Гоу баг покажу. Баг покажешь? Ну давай. Где баг? Ну? Смоли. Снимай веси с себя. Веси? Веси. А, ну окей. Все, я снял вещи. И что? Я снял. Какой же тут баг есть на этом сервере Greens PE? Не знаю. Посмотрим сейчас. Отвернись к стенке. Ребята, вон, смотрите. Я понял его суть, ребята. Ну окей, ладно, давайте. Вот, я в углу стою, хорошо. И какой тут баг? Может быть, попрыгать надо? Какой-то баг будет или нет? Вот так встань. Ну, что? Привет, игроман. Гребаный учитель! Да, я учитель. Пришел проверять твое домашнее задание на лето. Так, ты где? Мальчик, игроман. Ты кто? Я пришел проверять твое домашнее задание. А ну-ка показывай мне. Нет, не покажу. Но ты задрот маленький, ах ты блин. Тебе же на лето задали тебе задание. Так, не понял. Такс, тебе задали. Сколько будет 8 минус 3? 2 будет.
2 будет? Ха! Ребята, если вы тоже знаете, напишите в комментарии, сколько будет 8 минус 3. Ты не прав, игроман, поэтому я тебя сейчас убью. Опа, ребята, я его убил, отлично. За то, что он неправильно сделал мое задание. Ой, теперь задание. 3 минус 4, сколько будет? А вы, ребят, тоже пишите в комментарии, сколько это все будет. Если он неправильно сделает, то я сломаю ему домик. По очередности будем его потихоньку-потихоньку наказывать. 5 будет! 5 будет? Иоанн, ты не прав, поэтому я сломаю тебе домик. Ой, учитель любит ломать дома. Ой, куда он делся? Он прорыл себе какой-то потайной ход. Хорошо. Ребята, а вы рады то, что у вас каникулы? 3-месячный, офигеть! Это же классно, ребят, поставьте лайк. А Балди учитель пока что пришел наказывать Гриффера. Уйди, учитель! А ты где, мальчик? Я не знаю, куда он спрятался, ребята. Зачем тебе? Зачем мне? Я хочу узнать, где ты, мальчик. Чё-то я тебя не вижу, ты спрятался от учителя. Ну, ты не спрячешься, потому что через 3 месяца ты придешь к школу, и я тебя накажу еще раз. Ой, привет! Ха! Пока! Пока? В смысле пока? Иди посмотри свой домик. Учитель его сломал. Хе-хе-хе. Смотрите, ребята, домика вообще нету. Да-да-да-да-да. Он спрятался, но он выходит, и его домика нет. Балди такое не прощает. Что за фигня? Верни дом, быстро! Быстро верну дом? А как я тебя верну? Он застраивает домик себе. Ну ты, конечно, грифак. То он себе строит домик. Ах ты плохой, блин, грифак, а? Он застраивает еще раз себе домик, блин. Ребят, вы заметили, у него красные глаза? Он же переиграл Майнкрафт, офигеть. На сервере Greens MCPE, то есть Green PE. Сам задрот, уйди! Отпущу! Ну нахер. Сломал дом? Я забаню тебя! Ой, какой ты смешной. Игроман Гриф, какой же ты смешной. Ну, давайте мы все-таки его забаним. Сам в бан пойдешь. Сам в бан пойду, смотри, у меня есть спонсор. Ну что, ты не ожидал? Я, ребята, выключил себе префикс, и теперь у меня есть спонсорка. Офигеть, ну что такое, а? Не забанишься. Ребята, смотрите, он вообще убегает от меня. Ах ты плохой игроман Гриф. Все, ребята, я его забанил. Так, на 12 минут. В смысле? Ну, в смысле на 12 минут? Ладно, короче, ребята, IP-порт в описании, заходите. Если вы споймаете этого задрота, да, который красные глаза, то забаньте его обязательно, либо накажите его, затрольте. Короче, ребята, с вами был я, Игрокодор. Заходите, IP-порт снизу в описании. Этот сервак реально очень классный, ребята. Там есть лобби, то есть вы можете играть на GreensPE, на различных серверах, поэтому, ребята, заходим. Все, если вам понравилось, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и нажмите на колокольчик. Заходите, проверяйте его. Быстрее, ребята, 12 минут пройдет очень быстро. Все, всем пока-пока-пока-пока-пока. 12 минут осталось. Я приду и буду гриферить.